Получается так, что молодые учителя и преподаватели получают зарплату 10-15 тысяч. В то время, когда силовые структуры и полиция получают, офицеры, да, полиции, 50 и выше. Я считаю, что наша задача не менее важная и ответственная. Тем более они работают с последствиями наших ошибок. А у нас есть возможность, если государство поддержит, искоренить эти причины. Спасибо. Это личный выбор. Знаете, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот.